Re, viss ēters ir te. Муниципальное предприятие «Рига Суданс» прекратит продажу питьевой воды в бутылках «Аква Рига». Проект был запущен в 2012 году и сопровождался громкими обвинениями в коррупции и искажении конкуренции. Участие в производстве фасованной воды не является дальновидным. Этим занимаются частные фирмы, но оно создает загрязнение. Мы поменяли долгосрочную цель «Рига Суданс» — популяризировать потребление воды из-под крана. И участие в таком производстве подает неправильные сигналы, как будто с водой из-под крана что-то не так. Отметим еще один аргумент. Предприятие «Аква Рига» долго было убыточным, и хоть по последнему доступному отчету за 2019 год компания вышла в плюс, он был совсем небольшим – 32 евро. Завтра решение о выходе из проекта должен принять Комитет среды и жилья, после чего предстоит голосование самой Рижской думы. Итогом должна стать ликвидация предприятия.